Ребята, это точно смешно? Я просто во всякой лабуде участвовать не собираюсь. Конечно, это сейчас самый популярный клип в интернете. Ну тогда ладненько. Мы знаем, что сегодня мы всех победим. Ведь новый наш союз, он неповторим. Мега выступает на сцене, смотри. И скажет жюри, нам скажет жюри. Мега любимая моя, словно нега это мне. Вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Это никуда не годится, Сан Саныч. Вы, конечно, меня простите, ради бога, но у меня возврат. Кстати, команду я тоже возвращаю. С ними же невозможно победить. Ха-ха, это что это с нами невозможно победить? Степа, Степочка, стерлить. Невозможно победить хотя бы потому, что у вас абсолютно нет фантазии. Айдар, 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 это неправда. Вот, собственно, об этом я и хотел сказать вам, Сан Саныч. Понимаете, дело... Ребята, простите, я опоздала. Мать моя женщина. Милочка моя, мы, слава богу, не в Америке живем. Здесь пока что полматери не обязательно уточнять. Ой, Айдар, знаете, вот мне всегда казахи нравились. Вообще-то я татарин. Ой, казах, татарин, какая разница? Я все равно готова платить вам дань. Подождите, женщина. Я бы, конечно, с удовольствием пригласил вас к себе, но, боюсь, вы мне утром футболку растянете. Сан Саныч, где у вас тот выход из здания? Вот а ну вот. Стоять! От нас так просто еще никто не уходил. Божечки мои, это что, типа невидимый лук? Это КВН, здесь можно и обозначить. Сан Саныч, видит Бог, я старался, честное слово. Репетировал с ним, ночами приезжал к ним. Да ты достал меня уже! И ты думал, я в эту фигню поверю, да? Евгений, ну все, тебе хана. Хорошо, будем играть по твоим правилам. Lesson one. Урок первый. То есть звукач тоже на вашей стороне, да? Да, на нашей, иди сюда. Так, ребята, стойте. Слушайте, а я знаю, почему он такой злой. А потому что в Союзе секса-то не было. Че ты ржешь-то постоянно, как конь? Надо, не надо, смешно, не смешно. А чё ты со своим тупым голосом постоянно? Лёля, Лёлечка, а чё делать не мать? Лёлечка, а чё делать не мать? Лёлечка, Айдар, Айдарушка. Давай поговорим по-нормальному. Давай поговорим. Олег, подмени меня. Я чё хотел сказать? Мы приготовили для тебя сюрприз. Приготовили сюрприз и хотели тебя как-то удивить. Слушайте, я так давно играю, что меня уже... Сильнее! Тетенька, отпустите меня, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Хорошо, ваши условия. Ничего делать не надо. Просто замолви за нас словечко перед жюри. Перед жюри, ага. Уважаемые жюри, посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту команду. Вот ведь в чем парадокс. Если встретить их в реальной жизни по отдельности, то каждый из них, ну, это дурак дураком, честное слово. Но благодаря этой игре, это хорошая, смешная команда КВН. О как! Господи, где они только друг друга находят? С такими победить! Задача трудная. Тупой качок, тиран и девочка круглая. В планете КВН уже немало дней. Нелегко вот таких подкричать на ней. Но ведь находят же люди друг друга. Играют люди друг с друга. Кругу, но живем и живем КВН.
Для вас выступала команда КВН «Мега» со своим другом из высшей лиги Айдаром Гараевым. Да, это мы.